меньше, чем у игроков команды. Да, было и такое. Болельщиков обычно, блин, как воротарей было. Потому что я руки заморозил, сейчас по железу стыдно лез, по перчаткам. Залезь их максимально, как можно, я сам не могу не спать. Ты уходишь? Замерзла? Пожалуйста, подходи. Ну ты хоть в перчатках. А я забыл в перчатках, не то что не пью. Вот, я сразу такой момент, если... Джека, я шишку поломал! Он меня поломал, он меня дает голевую, блядь, и я ломаюсь. Вы? Вадя, лысый мне отдал голевую, сука, я поломался. Так я на воротах, Джека, стоял. Он на воротах стоял, ворот мне отдал, понял. Спасибо за судейство. Юра, выше! Вперед! Вот, вот, вот! Стой! Стой! Стой!
Когда он еще бежал, блядь, брать тебя. Все, опасно, сзади, сзади, Я не знаю.
Yeah.
Женя! Юрка, а дай спереди побегать, пожалуйста. Дай сюда. Крымчик, всё. Здесь не друг, всё мне. Нет, уже нет. Юрка. Следующий же уже регулярка начинается? Да, да, с 9 до 2. А еще смотри. КПИ после 2 суббот. 8-2. Thank you.
Давай, давай! Поплавай! Слышь, слышь, слышь!
У меня тут кусочек получится. Уже больше 26 минут. Что с этим кусочком делать?